Мы сделаем хорошее футбольное поле. Требования FIFA сделать там 500 мест. Я думаю, этого достаточно для тренировок. Там стоит велодром. Вот сегодня один из тренеров предложил одного человека на соинвестирование. Ну, все надо смотреть. Все надо смотреть, оценивать. Если это какая-то дикая торговля, то, наверное, нам не надо такие соинвесторы. Если это что-то цивильное, бассейн, фитнес, тренажерный зал, то, наверное, это ближе к спорту, это надо смотреть и поглубже в это вникать. Вообще, место очень хорошее, я думаю, что надо возвращаться и к рынку, который там есть. Он исторически там находился, вроде как выбирать его нельзя, но люди привыкли, да, к нему. Ну, приводить это в какое-то соответствие. Если бы там появилась какая-то небольшая гостиница, это бы, вот этого бы хуже не было. Причем на первых этажах можно что-то сделать, встроенное для торговли, если людям это надо, можно это делать.